Смольном передумали засыпать обводный канал. Вместо этого водную артерию, превратившуюся в открытый сток, могут серьезно преобразовать. О проекте реконструкции канала рассказал глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Борис Мурашов. Он сразу же расставил все точки над «и», сообщив, что засыпать канал и превращать его в автостраду чиновники не собираются. Обводный канал засыпаться не будет. Это однозначно. И наши технические решения предпроектной проработки исключают такое развитие событий. Существует сразу несколько проектов, которые сейчас прорабатываются в комитете. Один из них подразумевает возобновление судоходства по обводному каналу. Разумеется, не груженных барж, а прогулочных теплоходов. Другой, куда более реальный проект, содержит совершенно иное предложение. Обводный существенно сузить, расширить ныне существующие набережные нижнего яруса, а на них создать озелененные зоны отдыха горожан. Ни о каком судоходстве в данном случае не может быть и речи. От канала, по сути, останется лишь широкий ручей. Кроме того, этот проект предусматривает строительство крытых многоэтажных паркингов. Надо будет нам с КГА окончательно решить с возможностью размещения вот таких вот парковок. И для этого, безусловно, надо будет зарезервировать въезды и учесть в составе конструкции улично-дорожной сети. Иначе мы сейчас сделаем непрерывные движения, а потом будем думать, как туда въехать. Впрочем, эти планы пока лишь в процессе обсуждения. А вот со стройкой у себя под окнами многим жителям соседних с каналом кварталов придется смириться уже в ближайшее время. Работы по комплексной реконструкции набережных обводного и превращению их в магистраль непрерывного движения уже в будущем году перейдут в стадию реализации. Сегодняшние оценки, которые мы провели на уровне предпроектных проработок, безусловно, они потребуют уточнения. Значит, мы оцениваем стоимость этой реконструкции в 19 миллиардов рублей. Завершить реконструкцию набережных обводного канала планируют осенью 2015 года. Наталья Бабенко и Дмитрий Маклаков.